На сцене Спасское братство. Ванька Жуков. Компания «Незнайка и Ко» представляет драму по мотивам известного произведения Антона Павловича Чехова «Ванька Жуков». Ванька Жуков – 8-летний мальчик, отданный 14 дней тому назад родителями на отдых в православный лагерь Христа. После отбоя не мог уснуть. Совсем покоя нету, хоть бы минутку дали посидеть. Отбой и тот в 22:00. Устал, сил нет, и спать уже не хочется. Напишу я письмо дедушке. Дождавшись, когда все уснули, а попечитель ушел на планерку, он достал из подушки мятый лист бумаги, который недавно кидал своих друзей, и начал писать. Милый дедушка Константин Макарович, я и пишу тебе письмо, желаю здоровья и благополучия. Поздравляю тебя с тем, что сидишь ты дома, а не ездишь в детский православный лагерь Креста. Ванька перевел взгляд на темное окно, в котором мелькали попечители, до сих пор бегающих по корпусу и укладывали детей, которые почему-то не хотели спать, и живо вообразил себе день приезда в лагерь. Каждый день выволочка, ни свет, ни заря. 8 часов попечители вытаскивают нас из теплых постели и заставляют делать нас зарядку. И фильмы, и каждый день проводят всякие мероприятия, и участвовать надо обязательно всем. А вообще здесь очень весело, клёвый лагерь. До
Довольный тем, что ему никто не помешал, он уснул, не раздеваясь, напевая свою любимую песню. Ложкой снег мешая, ночь идет большая. Что же ты, глупышка, не спишь? Спят твои соседи.